Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 2. Давайте, тут небольшой такой эпизод у нас. Так, кто у нас? Ага. Тут у нас такой небольшой эпизод. Сейчас мы тут будем развеивать. А, нет, это же целый город у нас, точно. Я думал, нечто промежуточное у нас, оказывается, нет. Это не нечто промежуточное. Так. Давайте. Телепортируемся, я буду разведывать местности вам. Так сказать, так? Чтобы... И что он делает? Чтобы вы не затруднялись. Окей? Телепортируемся. Так. Добежали. Эцио, сюда! Я здесь! Вижу, вижу. Спасибо, Эцио. Ты спас мне жизнь. Я сделал то, что должен был. Ты поступил бы точно так же. Если бы. Храбрость не входит в число моих достоинств. Я в долгу перед тобой, брат. Дин Йенте. Все на борт! Скоро отчаливаем! Это наш трагетто. Нас ждет Венеция. Где твой пропуск? Какой? У тебя нет пропуска? Да, без пропуска в Венецию попасть нельзя. Кто пригласил тебя? Никто. Баста! Без пропуска нельзя! Не волнуйся, Леонардо. Я что-нибудь придумаю. Так. Не стой столбом! Помоги мне! Хорошо. Это что у нас? Давай-ка, поможем даме. Я не умею плавать. Нон соню таре. Как ни крути, придется, да. Залезли. Аюто! Вытащите меня отсюда! Аютате ми! Ну давай, еще немножко. Я не умею плавать. Нон соню таре. Сейчас, сейчас, подожди, подожди, подожди. Лодка подана. Мадонна. Какой милый. Дама от тебя без ума. О, да. Поехали. Я и не думал очаровывать вас. Просто хотел помочь. Именно это я и нахожу очаровательным. А зовут тебя... Аудиторе. Но, пожалуйста, зовите меня Эцио. А я Катерина. Итак, Эцио. Да, мы должны придумать для тебя подходящую награду. Какие у тебя предложения? Может, статься вы в силах мне помочь? Я вся внимание. Так. Меня не пускают на корабль. Именно ты мне поможешь залезть туда. Да, сеньора. Как скажете, сеньора. Больше он тебя не побеспокоит. Я разобралась с ним. Спасибо, Катерина. Быть может, мы еще встретимся. Если окажешься в Форли, можешь рассчитывать на теплый прием в моем доме. О, да. Надеюсь, мне доведется узнать ваше гостеприимство. Надеюсь. О, приношу вам свои извинения, мессер. Если бы я знал... Все в порядке, друг мой. Еще и денег срубил. Деньги мне тут... от нее не нужны были, конечно. Так. Ладно, я пока карту раскрою. Ну что ж, давайте отправляемся с вами в Венецию. Будь осторожен, Эцио. Ты знаешь, кто это? Моя новая дама сердца? Ой, вряд ли, Эцио. Это ведь Катерина Сфорца, дочь герцога Миланского.
Ее муж — это... Муж? Да, ее муж, правитель Форли. Эта юная красавица весьма влиятельна и опасна. Это женщина по мне. Да, ловелас. Так, нас закинули в Венецию. А нет. Все в порядке? Даже лучше. Что-то тренироваться идем. Ты делаешь большие успехи. Ну, большие — это преувеличение. Тогда почему мы остановились? Пребывание в Анимусе может иметь побочные эффекты. Хе, круто. Не волнуйся. У тебя еще нет никаких симптомов. Симптомов? Каких симптомов? Слабоумие, галлюцинации, расщепление сознания, параллельные реальности и так далее. Ты хочешь сказать, что... Если не будешь осторожен, то сможешь видеть своих предков и без помощи Анимуса. Это было бы не так уж плохо, если бы ты мог контролировать процесс, но пока это никому не удавалось. Объект 16. Он слишком много времени проводил в Анимусе. С тобой этого не произойдет. Мы приняли меры предосторожности. Надеюсь. Ладно. Я бы хотела проверить, удалось ли тебе приобрести какие-либо из способностей Эцио. Я не против. Я иду вниз. Когда будешь готов, приходи. Ну, я уже пошел. Ты можешь вот шевелиться быстрее. Давай. Потом я буду видеть своих предков. Опа. Видишь, а я уже здесь. Не ожидала, да, меня здесь видеть? Открывай. Так каков наш план? Мы посмотрим, что тебе удалось сохранить. Давай. Давай. Это я говорю, давай. Что ты за мной повторяешь? Абстерго ищет нас. У них больше средств, и оснащены они лучше. Так что рано или поздно они нас найдут. А значит, мы должны быть готовы к этому. Я хочу, чтобы ты активировал систему обороны склада. Как добраться до сенсоров, решай сам. Что, даже не намекнешь? Открой глаза, Дезмонд. Хорошо. Так. Он здесь! Опа. А вот и первые признаки. Люси, у меня видение. Галлюцинации длятся дольше 30 секунд? Нет. Значит, можно не волноваться, это пройдет. Делаем. Ну, я делаю успехи. Ты приобрел все умения Эцио. Скорость обучения просто фантастическая. Еще пара дней, и мы закончим. Да стой ты. Да, какого хрена ты туда-то бежишь? Оп. Вообще не так, ладно. Вот сюда. А, надо было отсюда поди начинать просто, да и все. Сколько их надо вообще сделать? Но скажи, почему Эцио? Почему Италия? То есть мы могли бы вернуться к Альтаиру в его ранние годы. Все началось с 16-го. А, старый добрый 16-й. Он перекрасил мне комнату. Своей кровью. Я просмотрела его файлы. Видик отметил пару сеансов в Анимусе. Разные предки, разные места и даты. Древняя Африка, Ближний Восток. Но ближе к концу он занимался только Италией. Отдай. Думаю, он знал про сокровищницу. Часть записей его последних сеансов пропали. А те, что есть... После того, что с ним сделали тамплиеры... После того, что с ним сделала я... Там одни обрывки. Если бы мы не давили так сильно на 16-го, то уже знали бы все. И, может быть, он был бы еще жив. Вы тоже ищете кодекс и сокровищницу? Я знала, что один из твоих предков в Италии был в центре этих событий. Ладно, на сегодня хватит. Тебе нужно отдохнуть. Слушай, ты не виновата в том, что произошло с 16-м.
У тебя были связаны руки, как и у меня. Спасибо. Спокойной ночи. Да быть того не могёт. Связаны руки. Сейчас. Ага. Я рада, что ты здесь. Да ладно, я вообще парень хороший. Пойдем обратно в Анибус. Ну, какого хрена ты туда лазишь? Вот здесь вот сейчас увидим их. Разойдитесь. Это из первого ассасина они. Ух ты. Я иду к тебе. Коняшки. Что за черт? Вот это первый ассасин. Что это? Где я? Это Ак? Похоже, вот его цель. Наверное, я отрубился. И мне снится какой-то кошмар. Я уже бог знает, сколько не спал. Так что неудивительно. Так. А все так ограничено. Ладно. Меня просто загоняют. Куда это я попал? Опа, и помер. Ладно, будем бежать только по улице. Давай. Обрывок. Что за черт? А, самого вот так вот. Что это? Где я? Это... Похоже, вот его цель. Наверное, я отрубился. И мне снится какой-то кошмар. Я уже бог знает, сколько не спал. Так что неудивительно. Да. Сюда. Все равно поймать я ее не поймаю. Это она, кстати. Оп. Че? Вперед тебя, да? И меня же еще сбило, эта тварь такая. Ладно, прощу тебя. Так, еще немножко. Давай, заползай. Оп. И залезли. Раз. Давай, широкими шагами. Так. Альтаир. Правильно? Ты же это. Это же та женщина Изак. Как же ее звали? Ах, да, Мария. Интересно, что им от нее нужно? Ого, такого я не ожидал. Она там плиер. Так? Выходит.
Любовь. И опять, что самое интересное, вам не покажут. Ну все. Насладилась, оставайся. Минутку. Почему я не слежу за алтарем? Почему я здесь с Марией? О, черт. Это же значит... Ну и странный же сон. А вот это и значит самое, да. И ничего тут странного нет. Хороший сон. Лошадки опять. Ну давай, сейчас ускакает-то. Что ты? Я не хотела врываться, но уже поздно, и мы... Эй, ты в порядке? Да, все нормально. Дурной сон, вот и все. Ладно. Давай, готовься. Встретимся. Хорошо. А, хорошо, что ты к нам зашел. Извини. Долгая ночь. Вот это я понимаю. Настоящий профи. Оставь его в покое. Что ж, прошу прощения, но я тут поработать пытаюсь. Безумие, да? Шон, прошу тебя, хватит. Как скажешь. По зубам получить ему надо, вот что. Тварина такая. О, обратно, давай, давай, давай. Баю, баюшки, баю. Эзмон спит здесь на краю. Это что у нас? Венецианская республика. Венеция, да? Да, это она. Вон, по мосту можно узнать. А под этим деревянным мостом, помню, еще там это. Есть одна это. Один поисковый. Приказу самого дожа. Не сюда. Жителям города разрешено истреблять всех голубей, за исключением почтовых. На каждую сотню птиц положен награда в один дукат. Ни хрена себе. Всем уважаемым... Нам бы платили бы хотя бы 1 рубль за каждую уничтоженную птицу, так вообще бы всех уничтожили. В Китае, кстати, уничтожали птиц. Если не ошибаюсь, воробьев. И за каждого воробья там платили тоже. А потом вот у них началось. Гусеницы сожрали. Ихние все зерновые. И злаковые. И все. Им пришлось воробьев завозить. Они платили потом за то, чтобы им привезли воробьев. Вот так как-то. Краткая история. Все. Он сочтет вам сапоги, о которых вы так давно мечтали. Давай, пойдем. Мессер да Винчи? Да. Бонджорно, я Альвизе. Сеньор Доне попросил меня проводить вас в мастерскую. Вы готовы? Пойдемте, пойдемте. Ах, Венеция. Какое замечательное место. Самый прекрасный, самый тихий город на свете. Был. Идем, я покажу вам ее чудеса. Первая остановка. Мост Риальто. Смотрите, как он возносится над большим каналом. Вот это символ. Под этим мостом, если не ошибаюсь, да. Идем дальше. Плыть надо. Но об этом вот после. Сан-Джакомо ди Риальто. Самая старая церковь Венеции. Разве она не прекрасна? А башня с часами? Магнифико. Да, меньше разговора. Идем, идем. Это далеко не все. Ни в одном городе нет рынка, равного этому. Пряности и шелка, товары из дальних стран. Тут есть все. Ты нарушил закон о торговле.
Но я же заплатил! Я имею право тут торговать! Эмилио, дисагриз! Нет, нет, остановитесь! Давайте пойдем дальше. Так. Подождите. Так, и что теперь? Черт. Ну, теперь можешь повеселиться. Бенни. Те их пока подразнят. Он убежал, стражник, я видел. Че? Она прекрасна, правда? Ты не купишь ее мне? Я забыл деньги в сумках. Купить-то не проблема. Смотри, куда идешь, болван! Да, кошелечек подрезали. Или не подрезали еще кошелек? Да нет, вроде деньги-то при мне. Даже если стащила, ладно. Что-то там дарю. А это палаццо де Лассетта. Дом Эмилио Барбариго. На него стоило бы взглянуть, но... Учитывая последние события... А что случилось? Барбариго пытается объединить торговцев в одну гильдию. Они сопротивляются. Некоторые яростно. Сопротивляются? Они говорят, что сражаются за народ. За свободу или что-то в этом роде. Это чушь, я считаю. Да, конечно. Мой прилавок. Я требую компенсации. Сейчас. Получай! Древком копья там. Дож узнает об этом. Я пожалуюсь на вас совету. Желаю удачи, друг. Что вы делаете? Пропал без вести. Ты нарушил закон о торговле. Что? Вы это только что придумали. Нет такого закона. Теперь есть. Остановитесь. Забрали. Ладно. Отлично. Где у нас тут? Пришли. А сейчас ваша мастерская, мессер да Винчи. Мы не жалели денег на обустройство. Увидите, она ничем не хуже флорентийской. Я желаю вам успеха и надеюсь, что вы полюбите Венецию, как она полюбит вас. Да, такого-то человека вашему... Волнующий городе, момент, не правда ли? Встречать, не хочешь зайти? В другой раз. Инноватор. Мне еще нужно попытаться получить аудиенцию у Эмилио. Если у тебя найдется свободная минутка или еще одна страница кодекса, заходи, не стесняйся. Спасибо, друг мой. Динула. Без обнимашек. Леонардо! Эцио, так рад тебя видеть. Чем могу помочь? Что, сам уже сказал. Ага, ты нашел еще одну? Невероятно! Не одну, несколько. Может, это Цезарево обратное смещение? Если подставить эти буквы... Есть! Так. Ну что ж, давайте я пока попробую открыть город. Это будет пока неинтересно. Увидимся. Так. Вот мы прошли. И что же мы видим? Нашу знакомую. Как проникнуть во дворец? Я залезу по стене и... Нет, так далеко я не прыгну. Нужно найти другой путь. Мало то, что не прыгнул, мне вот этот прыжок нужен, чтобы на некоторые вышки залезть. Я уж попробовал, не могу открыть вышки. Давай, девчушка, я тебе помогу. Эй, мне нужна твоя помощь. А я тебя знаю. Нам нужно уходить. Ты так и не извинилась за то, что сбила меня. Уходим. Со стрелой в колени. Бабене, куда? К воде. Да тут везде вода.
Тут везде вода, правильно. Давай, бей его! Я вас на куски порежу! Вот так. Давай, уж я-то тебя защищу. Вот ты-то куда, морковкин, блин? С таким ятаганом. Я бы без тебя справился. Да вот так вот этого надо валить-то. Кто ты стоишь-то здесь? Я бы без тебя справилась. Ага. Вот так. Ты там не дерешься ни с кем еще? Чёртовы лучники! Хрен догонишь тебя еще. Почему ты медлишь? Быстрее! Да бегу я, бегу. Недавно мне повезло, и я нашел новый... Взять его! Ладно, ублюдки. Кто хочет подохнуть первым? Опа! Да. О, нет! Нет, нет, нет! Я бы и без тебя справилась. Да, а как же. Я опять тебе помог. Просто оставьте меня. Друзья, у меня отличный товар. Черт, отпусти. Они приближаются. Да иди ты отсюда. Бегите, бегите. Ты-то куда бежишь? Где подонка? Не беспокойтесь, я постараюсь убить вас побыстрее. И этого сейчас. Беги. Я вообще не здешний. Не знаю, что происходит. Давай. Вот так. Проткни его. Чёртовы лучники. Вот так вот. Деточка. Видишь, какой крутой. Я бы и без тебя справилась. Так. Ну не получилось, толстый. На. Они приближаются. На. Просто оставьте меня в покое. Безумцы, да уйдите вы. Приближаются. Видите, человек идет раненый. Я готов. Все. До скорого. Твой запал кончился. А, Кристо, моя нога. Я не расслышал твое имя. Роза. Он рад, Роза. Я Эцио. Подними меня. Да, блин. Эти олени не уступят дорогу. Без сознания. Да, еще дышит. Удачи не осталось. Так. Это без меня! Ухожу! Нехорошо. Надо уйти. Еще немножко. На, давай. Так. Почему ты чужое подбираешь оружие? Что тебе? Твое не устраивает. Выкини да. Меня! Отпустите меня! Я тут ни при чем! Пойдем. Гляньте на нос. Жуть. Таким при. Ладно. Не трогайте меня! Пойдем, пойдем. Вы-то где были? Быстрее! Я вижу его! Он там! Терла Малора, это без меня. Сейчас мы. Так,
Обычно ими убивают людей, да? Убейте его! Так. За это и любим. Вот так. Вот расплата за преступление. Давай, да ты не это бери, ты девушку бери. И пойдем. Эцу, что ты делаешь? Иди сюда! Так, тоже думал, что жестоко так с ней. У меня есть обычный. Уго! В чем дело? Роза ранена. Давай ее сюда. Дальше мы поедем на лодке. Осторожно. Со стражниками я разберусь. Что ты здесь делаешь? Плачу! Теперь! Убей Хэтсо, быстрее! Подождите, быстрее. Ты понимаешь, что это... Не все так просто. Не останавливайся! Проложи нам путь! Блин. Он там! За ним! Они на крышах! Сделай что-нибудь! Быстрее! Блин, бегу! На себе. Пока отдай-ка мне сабельку. Вот так. Утони. Вот он, ты не уйдешь. Не трогайте меня. Да не вообще не то. Так. Они стреляют в нас! Все, не стреляют? Он здесь, что? И двое вот там. Больных и раненых. Так. Яд. Я там еще, правда, не травил никого. Не я было, так сказать, возможности. Постарайся не тревожить рану. Давай. Приплыли. Вытаскивайте. Мертв, глупец. Помолишься позже. Порко демонио. А сейчас мне нужно встретиться с Антонио. Осторожно. Антонио, ты предоставь это мне. Найди Антонио. Руку делай, что он говорит. Хвалюльтимо ривато даль ордени.
Давай, я тебе помогу. Я так устал. Эй, очнись. Давай. Так, не беги. Нам нужна помощь. Беги, только он не бежит. Где Антонио? Займись делом, расчисти для нее место. Правильно. Клади ее сюда. Вот это по-деловому. Вот это молодцы. Красавчики. Где мы? Дома. Мы послали за помощью. Спасибо. Роза, что произошло? Вытащи из меня эту штуку. Сейчас, сейчас. Дай я посмотрю. Оба отверстия чистые. Это хорошо. Вытащи. Роза, мы должны... Давай! Камерон. Давай. Тяни это ла. Извини, Пикола. Свои извинения засунь себе в задницу. Приведи Бьянку, живо. Помоги мне. Как? Возьми чистый лоскут. Давай. Когда я уберу руку, прижми лоскут к ране. Ты готов? Давай. Давай. Порка путана. Бен Фатто, ты отлично справляешься. Он еще и ругается. У нее сильный характер. Заноси Розу внутрь, тогда Бьянка сможет зашить рану. Самое страшное позади. Да. Чума на твою голову, бастардо! Чтоб тебя и твою шлюху мать! Спасибо. Роза дорога мне. Если бы я ее потерял... Не могу пройти мимо женщины, попавшей в беду. Не удивляйся. Мы все про тебя знаем. И про тебя, и про твои дела в Тоскане. Неплохо работаешь, хотя и... грубовато. Ты знаешь, зачем я в Венеции? Догадываюсь. Зайди ко мне в контору как-нибудь. Нужно кое-что обсудить. Я прямо сейчас зайду. Мне потому что тоже надо кое-что обсудить. Рего, что тебе предложить? Печенье? Кофе? Кофе? Интересный напиток. Варить его меня научил один турок. Вот, попробуй. Ну, вообще-то, гадость еще та. Немного горьковат. Чего-то не хватает. Даже не знаю, ты не пробовал добавить в него сахар или молоко? Думаю, к этому вкусу просто надо привыкнуть. Довольно об этом. На чем мы остановились? План. Деревянный. Провал во дворце обошелся нам очень дорого. Нам нужно время, чтобы оправиться. Эмилио, конечно, воспользуется передышкой. И продолжит угнетать горожан. У нас разные побуждения. Но цель у нас общая. Может, предпримешь еще одну попытку? Спешка приведет лишь к новым потерям. Нет, мы должны как следует подготовиться. Я не могу сидеть на месте и ждать. Это и не требуется. Лучше помоги нам. Мои люди занимаются насущными делами. Найди их, они дадут тебе работу. Чем скорее ты поможешь им, тем раньше мы нанесем удар. Ладно. Molto bene, messere. Я согласен. Я согласен. Это верное решение. Так. Для начала... мне надо... Привет, Роза. Давай. Ты быстро поправляешься? Как тебе Венеция? Симпатичный город, но как вы терпите такую вонь? Ужасно. Так, что привело тебя ко мне? Я надеялся, что ты мне поможешь. Помогу в чем? Прыгать. Я хочу научиться лазать, как ты. О, это можно. Франко... научит лучше, чем я. Франко, живо сюда! Покажи Эцио, как забраться на эти леса. Сначала надо повиснуть. Перепрыгни на уступ вверху. Схватись за него рукой и подтянись. Ну-ка там, блин. Так, я сам знаю. Кажется, да.
Сейчас проверим. Попробуй сам. Так, а сколько ж сил надо? Либо надо быть худым и жилистым. А если я вешу 120? Прыгай, Эцио! А, не ту. Не ту нажимаю. В верхней точке хватайся за уступ. Все, 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 схватился. Ну как? Получилось? Можно и лучше. Можно. А, ты ранила меня в самое сердце. Ладно, хвастун. Теперь испытаем тебя. Я весь внимание. Встретимся у входа во Фрари! Давай. Только мне сначала надо... Мне надо сначала... Где вышка-то? Вон она. Сначала к ней надо. Блин. Блин, залезешь. Оп. А я знал, что я перепрыгну. Так. Здесь еще я могу. Могу. Можешь, а могу. Открываем новую местность. А иначе как я буду? Не знаю, местности-то пакостить. Вот бы и воду здесь. Отходите, друзья! Кровопускание! Это я. Тут же пройти можно. Можно. Ну давай. Зайдем, посмотрим. А, Эцио, я надеялся снова увидеть тебя. Мне нужен твой совет. Конечно. Что тебя беспокоит? Эмилио настроил часть моих людей против меня. Взятками и шантажом. Да. И мы не можем действовать, пока не разберемся с предателями. Они где-то здесь. Следят за нами и доносят Эмилию. Недолго им осталось шпионить. Вот это дело по мне. Найти и убить. Так. Блин. Прошу прощения, не туда ломанулся. Да, нет, ты выйди из колодца. Где-то тут. Друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои цены рухнули. Скинь. А где, где? А, вон, наверху. Оп. Кто же может укрыться от него? Что ты мне предложишь? Так. Из оружия. Булава вообще нет. И меч тоже нет. Только в минусе. Это скорость падает, зато урон увеличивается. Тоже этим будешь я не пользуюсь. Здесь еще раз? Заходи. Обязательно. Так. Страх же. Так. Мне вас с высоты птичьего полета, да, лучше рассматривать-то. А, блин. Срываем. Вон оно. Ползем.
Так. Оп. Вот он, предатель. Что ты здесь? Что? Да ладно. За что вы меня не любите? Я же отличный парень. Ой-ой-ой. Единственное хорошо, что здесь где-то доктор должен быть. Ай, далековато, да, до доктора? Ну и ладно. Это почти... Так, у вас что можно купить? У вас я все купил. В другой раз. До свидания. Да пока-пока. О, доктор. Пилюлькин. Свеж? Давай. Скоро вам станет лучше. Не сомневаюсь. Твоими молитвами. А, тут где-то еще надо... Ого. Разве это не опасно? Так, теперь-то уж я могу на некоторые залазить. То место, куда после я не мог залезть компании, ранее. Городская казна опустела. Давай. О, как раз еще и на место прибыл. Плачу, не дайте ему уйти. Отпусти. Все, отпустил, как просил. Так. А тут уже нету этого. Куда а это нет? Ты сам? Вот он. Прошу прощения. Давай. И. Давай сюда, сюда, сюда. Еще. По окошкам. Оп, оп. Так, а где у меня тут? Ага. Оглядимся. Посмотримся. Ну ладно, хоть вот эту часть Венеции. Конечно, она еще не вся открыта. Но все же. Так, мне надо наверх. Надо этого предателя искать лучше с высоты. Я так понимаю. Так. Вот он и он. Вот он, ты не уйдешь. Так куда ты? Я не вижу. Где он? Вперед! Вот и все. Так. Аккуратней. Да нет, посюда пройдем. Зачем такая перегородка вот здесь вот, по идее? Он здесь! Чтоб дома не ушли друг от друга. Ты заплатишь за свои преступления. Ну, почти. Падла. Черт, верните его! Так. Все. Посетите кузницу Бертуччо! Его
Блин, сколько у вас здесь лучников-то? Почему так много? Давай вот сюда. Так, нам сюда надо. Да подожди ты. Блин. Он там! Опа! Да, я здесь. Что, об этом теперь кричать, что ли? О, воду! Ладно, хоть и воду. Да нет, вот сюда давай. Вот так. Так, вот мы добежали до места. Продемонстрируй свое мастерство. И он поручил мне передать тебе привет. Так. Вон он, предатель. А что мне досталось? Браво, братцы. Так, у меня тут что-то есть? Дрожат от страха перед этим единственным человеком. Не давай им опомниться. Так. Быстрее, он уходит! Вот он, бейте его! Оп! Подожди, а что ты не перерезал-то? Так, бежим. А, все, все, успокоились. Сейчас подальше от трупов только уйти. А вот я вам заплачу. Это без меня. Это безумие. Как это без вас? С вами. У меня высокий цен. Так, доспехи. Оружие. Может быть, позже? Может быть. Ну, сейчас у меня немножко другое задание. Ух ты, вот здесь где-то что-то есть. Минутку. Для вас, дорогие клиенты, у меня просто невероятные цены. Вы подумаете, что я вернулся? Пришел к нам Иль Кампионе. Мы будем радостно. Давайте залезем. Возьмем миссию. Извините, что у меня не пацан. Слезай. Слезай. Сейчас слезу. Что-то не понимаю, где тут. Вроде правильно все стоит. А, вот он ты, блин, спрятался, не видно тебя. Бен Травато, Уго. В чем дело? Вам с Розой удалось бежать, но остальным повезло меньше. Эмилио схватил их, и теперь они ждут казни. Ты знаешь, где их держат? Они все еще в этом квартале, но это все, что мне известно. Найди их. Да, без проблем. Я мигом приведу сюда твоих братьев. Так, конечно, принять. Ой, а выйдите отсюда. Вот по порядочку пойдем. Поехали. Беги, давай быстрее. Здравствуй, труп. Много разговаривал. Так. По рукам. Коме де ко. Эмилио нужно не единство, а единоличная власть. В
Вы ответите за свои преступления! Что делать, когда... Рынки принадлежат народу! И миллион нужно не единство! Выйдите... Так, выходим. Выходим, господа. Ко мне! Это легко. Так. Выйдем. Давайте. Вот так. Пойдемте. Собирайтесь всей своей шайкой. Двигаюсь к вам за мной. Вам сюда. Так, я должен прийти или вы тоже должны прийти? Давайте, собирайтесь. За мной. Анонимных алкоголиков. Следующий. И что? Оп, провалил. Давай. Что ты тут делаешь? Слезай! Вот так. Опа. И опа. Почти. Так. Помощи ждать неоткуда, да? Ну, в принципе, можно сразу двоих завалить. Может, тут есть кто помог? И вот они. Пойдем. Ладно, ведите. Мне же надо... После вас. Этих тоже отвлечь. Белла, Белла, бомбина. Так, больше никого нету. Фордате! Приносите больных и раненых. Вот они двое. Мы насадим ваши головы на пики. Нет! Оп! По-быстрому. Сваливаем. Сегуэми! Давай сюда. Бежим. Не отвлекайтесь. Легкое наказание не помешает. Давай. Блин. Что за дело? Потихонечку. Все. Андиамо. Теперь пошли за мной. Без меня вы ничего не можете. Бесполезные сущности. Надо-то пробежать всего чуть-чуть. А, мы даже не туда бежим, а туда нам надо.
лезешь в Стронцо, то станешь... Ложись! Все нормально. Тишина. Обратитесь к врачу как можно быстрее. Тишина. Так. Только вперед. Давай. Сейчас ребятки придут. Вон он. Скакают уже сюда. Идем. Остались последние. Ну чё. Посылкор тебя раздери. Заходим. Блин. Тихо. О, да я сразу на них ушел. Как обрелись. Послушай, как они визжат. Неудивительно, что их хозяин прячется. Спокойно. Где Эмилио? Разобраться бы с этим отребьем. Надо посмотреть, кто здесь есть поблизости. Никого не вижу пока. Есть? Молотоборц. О. Неплохо. Чем мы можем помочь тебе? Давай, давай. Вымешивай на всеобщее обозрение здание городского совета. Мы сюда. Не поранься. Да, радости вы меня толкнули. Кто дал вам право это сходить? Вам нужно расслабиться. Где остались у меня? Послушай, как они визжат. Неудивительно, что их хозяин они прячется. Твои. Пока. Давай. Убеди их. Вообще не тех позвала. А ты всю толпу. Я его видел. Я уже видел. Тихо. Господи, подожди, сейчас мы разберемся с тобой. Опять делегации! Отсенца! Оп! Ножик забрали. Тихо. Берегитесь, парни! Он опасен! На. Ну, подожди, я проткну его. Умри побыстрее, понял? У меня встреча через четверть часа. Моей жене что-нибудь передать? Подожди. Ой, ничего мне накидали-то. Давай-ка. Вот сейчас вот. Опа. И второго давай на пику тоже. Вот так. Будет еще со мной тут курить. Следуй за мной. Так. Пойдем по крышам. Потом готовьтесь, ребятушки. Валиваем тихо. Так, поднялись? Поднимаются. Тебе нельзя здесь находиться. Вон он, на тебе не надо. Нельзя что-то шум-то поднимать. Оп. Поднимись.
И наверх. Так. Прекрасно. Я поражен. Не думал, что ты так быстро добьешься успеха. Я постарался. Я сообщу об этом Антонио. Зайди позже. Для тебя есть еще одно задание. Какое Хорошо. Задание? Приходи на пристань, я все расскажу. Молто бене. Молто бене. Ладно, давайте телепортируемся. Потом бежали к очередной миссии. Давай. Лазать по лесам-то уже научился. Теперь проверим под открытым небом. Значит, залезь на ту башню. Торно, фрау Натим. Да принимаем, принимаем. Так. Ага, ты не ползешь по этим. Ладно. Словно. Ясно, почему вас боятся. Спокойно. Давай, давай, ползи. Опа! Так, подожди. Ага, вот сюда. Ну? И вниз. Ну как? Ну? Похоже, ты научился всему, что я знаю. Я расскажу об этом Антонио. Займись другими делами. Мы почти у цели. Вот так. Ладно. Ну, пойдем. К следующему. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда, сюда. Посмотрите на товары высшего. Где у нас миссия-то? Ладно. Вот она, миссия. Освободив моих братьев, ты не просто сделал доброе дело, Эцио. В будущем они тебе помогут. Если попросишь их, они пойдут за тобой. И когда у меня будет своя шайка... Отправь ее к стражникам. Твои люди поднимут шум. И путь для меня будет открыт. Именно. Мне не придется пачкать свой клинок. Это хорошо. Именно. Теперь я расскажу тебе, что делать. План Антонио полагается на обман. Мы должны сыграть роль лучников, но для этого нам нужны их доспехи. Партия таких доспехов погружена в сундуки и ждет отправки в Сета. Захвати сундуки и отбери доспехи. Когда закончишь, тебе надо будет достать лодку и пригнать ее сюда. На ней мы незаметно перевезем людей в палаццо. Считай, что готово. Давай. Собранных предметов пока нет. Ладно, по крыше пойдем. Уверен, неспроста здесь эта лестница стояла. Оно таки должно быть. Прыгай, чё ты, Калич. Оп. Бенни. Давайте. Бенни. Я тебе твои же яйца сорвлю. Так, ты знаешь, что делать. Си.
Вы все сдохнете. Так. Нормально, берем. Первый есть сундучок. Никто даже не заподозрил, да? Он сумасшедший. Вы все сдохнете. Ой-ой-ой-ой-ой. Пуганы. Ладно. Извините, я уже ухожу. Выиграй для меня немного времени. Ясно. Все. Блин, потом еще летать на этом дельтаплане. Что вы сундуки на улице делают первоначально? Ладно. Я готов. Ну это хорошо, что ты готов. Они отлично подойдут к твоему костюму. Подождите, подождите. Мои фрукты! Смотреть вперед! Ну, теперь можешь повеселиться. Давайте, ребята. Ты не уйдешь! Бегите! Ты не уйдешь! Да боже! Мы его орудия. Все, на барду свалим. Все, воровство. А мы гулять на граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших. Тихо-тихо. Лезай немедленно. Отходите. Взгляните на мой страх. Да подождите вы. Сваливаем. Подождите. Развернуть эту лодку. Я сдаю, пожалуйста. Не вот так. А вон, вон туда мне надо. Приехали. Покиньте лодку. А, это именно то, что нам нужно. Я сообщу Антонио о том, что ты выполнил задание. Сообщи, сообщи. Так. Мне самому бы к Антонио сейчас попасть. Так. А вот. Хоп-хоп и... Блин, нет, не тот хоп-хоп. Вот он, хоп-хоп и все, и... У Антонио. Вот сейчас, да, будем летать. Ходи, пожалуйста. Ты помог нам восстановить силы, Эцио. Мы готовы нанести удар. Просто скажи, что нужно сделать, и я все исполню. Подкрадись сверху, под покровом ночи. Эмилио расставил лучников вокруг дворца. Убей их, но только тихо. Их места займут мои люди. А как же стражники? Когда ты разберешься с лучниками, мы соберемся здесь и все обсудим. Не сун проблема. Я разберусь с лучниками и вернусь. Значит, решено. In bocca al lupo. Так, лучники, значит. Пятерых. Ну, не так много. Вот он. Пять штучек-то. Для матерого убийцы. Сколько много воров-то здесь. Мне сейчас они не нужны.
Понял. 5 лет. Попёрли. Подожди, подожди, подожди. Так. Задолго отсутствую, ты что, бегать разучился? Давай. Отпустите меня! Я человек маленький! Ни хрена себе. Вот это я лоханулся. Ладно, не беда. Какая сила! Сейчас мы это все исправим. Покажи-ка нам пару. Ну, вроде пока правильно бегу. Сейчас добежим и завалим потихонечку. Эй, тебя здесь не место! Хочу! Он... Так, да тихо ты, не кричи. Люди спят. Так. Осталось-то, кстати, немножко. Да тихо ты. Окружай. Окружил. Давайте. Тебе сюда нельзя. Экола. Да нельзя и нельзя. А вот начинает убийство, начинается. Сейчас будем их утилизировать. Подождите, что-то я не понял. Ой, не то. Раз этими ножиками воспользовался. Здесь не место, Бифалкон. Да, конечно. Слезай немедленно. Ты дурак. Да. Отлично. Я с тобой, Фрателло. Подожди. Опа. Я вижу его. Ну и что, что ты меня видишь? Я тебя вижу. Вот мы и посмотрели друг на друга. Да где ты? Вот она. На. Что, я же вот выбрал. Все. Расквитались. Да ладно, мы же в воду упали. Ну что? И главное, плыви. Там не сложно. Ой. Так, ладно. Встречаемся где-то. Блин, на соседнюю улицу аж. Ладно. Быстрее! Вот так потихонечку. Сюда! Ну, иди. Пока. Блин, что, реально наверх ползти надо. Ладно. Дамы. Подождите. Я и пытаться не буду. Эй, не надо, вы стойте, ждите меня. Я все сделаю без вас. Вы мне так нужны будете на крайний случай. Так. Молодец, Эдсо. Я знаю. Все идет по плану. Мои люди уже занимают места лучников. Хорошо. Путь во дворец открыт. Но вокруг дворца все еще ходят стражники Эмилио. Поручи моим людям отвлечь внимание стражи. Сбереги себя для других битв. А когда дело дойдет до штурма, вспомни наши уроки. Сикауту, Эцу. Мы будем ждать вести от тебя. Да, без проблем. Ждите. Так, как-то вот здесь можно пройти было. О, бомбина. Давай, давай, давай. Ну, теперь можешь повеселиться. Сначала отвлеките их.
Пронто. Пойдемте. Так. Мы давай им опомниться. Давайте. Утаскивайте вот этих подальше от двери. Где ты этому научился? А, здесь не смогу, надо же у окна. Ну попадешься ты мне! Через окно, вот, со стен. Говнюки! Настоящее мастерство. Тебе не уйти! Вернитесь! Успел. Вернитесь, засранцы! Ну попадешься ты мне! Спокойно. Не кричи. Так. Без паники, без паники. На улице зима, да день подштанники. Твой карточный домик рушится, Эмилио. Глупости, я все исправлю. Этот помер Шэм Антонио и его воры. Забудь, тебе нужно опасаться не их, а ассасина. Почему? Разве он в Венеции? Он здесь уже несколько недель. Ты что, ослеп? Я был занят делом. Кто-то должен был поставить оружие нашим братьям во Флоренции. Да, мы знаем, что из этого вышло. Довольно упреком. Что ты хочу? Господин назначил нам встречу. Через 3 дня. Санто-Стефано. Хорошо, я приду. Если останешься жив, советую тебе перебраться в другое место. Во дворце Тамишей для убийц. Настоящий а где-то здесь плен. Внизу. Как скажешь. До свидания, Эмилио. Кацо, а если он прав? Эй, когда подойдет моя лодка, погрузите на нее эти ящики и готовьтесь к отплытию. Мне нужно найти вот он! Надежное укрытие. Мы еще разберемся с ассасином. Вот так. Похоже, он работает на Антонио, а это значит... Нет, я слишком много вложил в это дело. Так. Блин, что на соседний балкон? А, вон он внизу же идет. Опа! Так, ладно, давайте осмотримся. Так. Блин, тут сразу двое. Жизнь стала гораздо лучше, безопаснее. Да, кому-то а так хотелось. Идти. Это цена прогресса. То есть хотелось, хочется. Знаете, ассасины все время вмешиваются. Как Джованни. Если бы он не мешал нам... Давай, блин, перепрыгивай. Сейчас. Блин. Мне знакомо. А это не... Гвардия! Гвардия! Да. Возможно, это он. Да подожди ты. Ну-ка, давай-ка. Давай, хватай его. И мочи. Вот так. Там еще с тобой убегать оттуда. Не бойся. Я не боюсь, ассасин. Но мне жаль. Рушится единство, стабильность, порядок. За него пришлось дорого заплатить. Прогресс требует жертв. Мне неприятно делать это, но другого выхода нет. Покойся с миром. Вот так. Все померли. Какая прелесть. Извини, не удержались. Ух ты, я думал, биться придется. Пойдем, откроем ворота Антонио. Ну, пойдем, откроем ворота Антонио. А что ты не бежишь? Дворец захвачен, Эмилио больше нет.
И все это благодаря тебе. Иди, сорви знамена Эмилио. Верни то, что он украл у народа. Скажи, Эдсо, как я могу отблагодарить тебя? Деньги мне не помешают. Это легко. Зачем мне деньги? У Эмилио была встреча с каким-то человеком по имени Карло, чиновником. Ты знаешь его? Карло Гримальди, член Совета Десяти. Почему ты спрашиваешь о нем? Мне нужно кое с кем встретиться. Так. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Последовательность 7 завершена. Ну, прогрузка города будет. Открытие нового. Давайте посмотрим, перед тем, как закончить сессию. Да нет, вроде старые. Ну, в общем, на этом все. Пока.